по ее подготовке и в том числе осуществляет контроль за... It is a great honor, and I have to start also by apologizing. I have to apologize because I don't speak Russian. Я не говорю по-русски. Но хочу. Но нет. Но хочу. But I want. But after 2 days in Russia, I have already learned a couple of things. For example, я люблю футбол. And also, я люблю Россия. Музей Совета Федерации. Много и о мельдоне, и о допинговых вещах разговоров. Я хотел бы сказать, что это никоим образом никак не влияет на подготовку чемпионата мира и не повлияет. Это однозначно, чтобы вы знали. Что касается восстановления системы антидопинговой работы, она будет к концу года вся проведена, восстановлена, и РУСАДА, я уверен, и лаборатория. The World Cup 2018 will take place in Russia. Of course, this decision has been taken 6 years ago, almost, and it is now my job as FIFA president, together with Minister Mutko and all the Russian population, actually, to make sure that we deliver the best World Cup ever here in Russia. Спасибо. Спасибо.